Значит, двумя руками сначала диагностируем всю височную мышцу. Начиная от впадины сразу за глазом, и у многих уже тут начинается болючка. И проходим вот таким вот образом по протяжении всей височной мышцы. Вот. Прощупываем все, вот от скулы здесь идет кость вот так вот, и мышца уходит сквозь эту кость. Прощупываем вот до этой кости, прям вот мышца выходит из этой вот впадины и вот так расходится. И мы, она веером идет, мы ее всю прощупываем с правой и с левой стороны. Задача найти спазмированные участки. У малыша Джона спазмировано все. Помассировали, находим самые больные участки и начинаем вдоль их проводить, потому что они веером, вдоль волокон. И прям прорабатываем полукруговыми такими движениями. Медленно вытягиваем пальчиками, более внимательно, со всех сторон. После этого открываем челюсть. И делаем несколько левоправных поворотов. Лево-право, лево-право. То же самое можно чуть-чуть... Но практика показывает, что именно движение влево-вправо более сдвигает. Аккуратно он только двигает, чтобы челюсть вам не заклинила. Сразу отпустит, кстати, эти мышцы, если все правильно сделали. То есть это жевательные в основном. Если начнете с этих работать, будет болезненно. Вот я просто сейчас вот их трогаю, они у меня не болят. Вот не болят. А когда вот здесь был тяж, вот с левой стороны, у меня болело. Поэтому мы массируем вот все участки. Вот особенно обратите внимание вот над ухом вот здесь вот. То есть вот так идут мышцы. Так. И вот прям вот над ухом и над челюстью будет дичайше болеть. У кого-то уже и в висках, кто нервничает в офисе. И вы поймете, что, допустим, справа и слева разная боль и разные ощущения. Вот. И без движения челюсти кино не будет. Вот. То же самое вот такое упражнение, когда я говорил. Мы поднимаем губу вверх и натягиваем вот эту часть. Для более продвинутых мы находим подъязычную кость. Вот она у меня. И смотрим, куда она двигается легче, влево или вправо. Вот у меня сейчас уже более-менее одинаково. Потому что у меня вот здесь был зажим. И я его натягивал вот таким вот образом. Вот он, до сих пор, вот он тяжек, вот он. Вот, уже ушел, вот, все. Все, я его не чувствую. Ушел. Теперь здесь смотрю. Здесь его и нету. Здесь тяжа нету. Вот, а, вот он внутри, вот он пошел, вот он. Чуть-чуть, чуть-чуть. И тяжек прям навстречу идем. Я еще иногда включаю. То есть я понял, что с мышцами надо со всеми работать так. То есть даешь им кровоток, импульс как бы, а потом... Работаешь. Потом сжимаешь. Вот. И проверяешь, как работает челюсть. Вот. И вот эта диагностика, она должна тебе дать понимание, где больше тяж. Справа, слева, здесь, здесь. Вот у меня вся левая сторона зажатая. И, соответственно, я левую сторону больше растягиваю. А правую больше сжимаю. И сразу и в шее идут перестройки. И подчелюстные вот эти все перестройки. Горло освобождается. Если вы при этом еще поработали с грудино-ключично-сосцевидными, вот так вот. Это первое, да? Второе упражнение, это вот черепаха. Когда мы чертим подбородком, полукруг сюда и полукруг сюда. И
тогда в конце напрягаю вот. И тогда все, как говорится, двигается прекрасно. И челюсть легко ходит. И вот эти желваки пропадают, которые у Андрюхи такие. В общем, тренируйтесь.